Сегодня в России впервые отмечается День волонтера. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин в ноябре. В документе говорится, что праздник учрежден во имя экономического и социального развития страны. В июле нынешнего года Владимир Путин поручил вице-премьеру Ольге Голодец заняться координацией взаимодействия волонтерских структур с органами власти. Ранее сообщалось, что к весне 2018 года в России заработает интернет-портал с информацией о волонтерских организациях. Такие предложения содержались в плане мероприятий по развитию волонтерства в стране, подготовленном по поручению президента Владимира Путина. Предусмотрены и законодательные изменения, например, освобождение организаторов волонтерской деятельности от налогов. Выплат. Отмечается, что волонтеры трудятся на благо общества, не прося ничего взамен, что является еще одной причиной того, почему они удостоились собственного праздника. Они бескорыстно убирают улицы, распространяют брошюры социальной кампании, работают переводчиками на больших спортивных соревнованиях, помогают в больницах, домах престарелых, детских домах и многое-многое другое. Также немало работы приходится при ликвидации последствий стихийных бедствий.